Модуль номер 22. Доска сотня с контрольной картой. Целью занятий с данным модулем является знакомство с числами в пределах от 1 до 100, порядковый счет в пределах от 1 до 100 и в обратной последовательности. Счет десятками. Задание номер 1. Учитель знакомит ребенка с двузначными цифрами, рассказывает о том, как они составляются, и вместе с ребенком, обращая его внимание на контрольную карту, выкладывает все таблички в правильной последовательности, ведя при этом счет. Счет может вестись по единицам, а также по десяткам. Задание номер 2. Ребенок самостоятельно выкладывает числа в правильной последовательности, опираясь на контрольную карту. Педагог помогает вести при этом счет. Задание номер 3. Когда ребенок успешно справляется с предыдущим заданием, педагог вводит обратный счет. Начинать следует со счета от 10 до 1, постепенно добавляя десятки. Счет сопровождается выкладыванием табличек с цифрами. Задание номер 4. Педагог называет цифру, а ребенок на доске с уже выложенными табличками находит эту цифру и указывает на нее.